Вернусь по работе с кузовщиной. Дошел ход, вот тут вмятины в таких неудобных местах. Вот. Открыл, посмотрел, так сказать, на паук изнутри. Вот к этим вмятинам простой доступ будет вот отсюда. Но капот надо снимать. Вот мне надо снять капот. Ну как ты запомнить, не запомнишь. Вот берешь малярский скотч ногтиком, дрынь, вот, и все. Вот видно, как было, так сказать, 2,6, вот, 3,1. Ты, господи, что ж он не наводится. Вот здесь у нас 3,0, опять же, вот видно зазор. Здесь у нас 5,5. Здесь 6,4. Здесь у нас 4,0. Меня немножко прервали, значит, здесь у нас 4. Здесь у нас 2,6. Вот 3,7. И здесь у нас 3,5. Опять же, вот. Ну вот так вот стыкуется у нас капот. Чуть-чуть тут он торчит. Ну и ничего страшного. Как на заводе сделали, так и правильно. Вот. Мы не будем умничать. Мы снимем все, сделаем. И поставим на место. Вот. И скажем, что так и было. Вот. Ну вот они, зажимчики наши. Сейчас мы сняли капот. И отсюда изнутри доберемся через стандартные окошечки. Вот. А так на машине было не вариант. Тут уже чуть-чуть осталось доделать капотик. Вот. Мятинки, конечно, противные, острые, но ничего. Потихоньку мы их сделаем. Все будет чики-кваки.